команда выходит на вторую четверть. Напомню, первое от большого преимущества Мобио осталось 5 очков. У них на площадке Пападзе, Киселев впервые в этом матче, 34 номер. Меликян, Пургин и Курашкин. Ургубка, Бондарев. Бондарев, Сидорычев. 9 номер, 2 очка сейчас забил, это Глаголев Саша. Прессинг, 3-3 на одного, это как так? Неужели Ргубка 8 человек на площадке? Да нет, вроде бы ровно. Меликян, средний, мимо. На подборе Дратенко. 17-й, это у нас Цыганов. Илясов, 3 очка. Точно, неужели? 3-9, это у нас Глаголев. Счет-то ровный должен быть? Да, счет ровный, 25-25. Курашкин. Пробежкой. Блокшот. Владение продолжается. 10 секунд. Меликян с 9, как он любит, мимо. Бондарев. Скидка отличная. Дратенко. Ничего, можно. Бондарев, сам проход. Ай-яй-яй, там кого-то 3 секунды. Да, согласен. Дратенко там еще с предыдущей фазы, когда он вылавливал мяч, точно. Этих мячик получает. Проблемы у МБУ и с выводом, и вообще с развитием атаки. Киселев стал разыгрывающим вместо Савулева. Пургин сам мимо. Цыганов хорошо подставился. Лясов, Бондарев будет бросать, бросает, точно, 3 очка. Сколько у него уже, 11? Не знаю, не вижу. Вот он, прессинг. Пас нужно, пас. Ни в коем случае не долго. Киселев в проходе, Курашкин. 3 секунды. Чувак, Илюху! Очень слабый отрезок проводит Илья Курашкин. Две потери подряд. Ногой сыграл Пургин. 24. Замена. Выходит Колчев вместо Курашкина. Аргуф-то уже впереди. Плюс 3 у них. Еще раз Бондарев бросает. Мимо в этот раз. Колчев вышел, сразу подобрал мяч. Че, тебя поменять? Нет. Тебя поменять. Ой, как хорошо выпрыгивал 17 номер. Цыганов, если не ошибаюсь, да. 34-й свалил. Киселев Павел. Замена вместо Меликяна выходит Савулев. Первый штрафной прочим Цыганов. Весьма такая, скажем, своеобразная траектория, если можно сказать, что она есть. Нет, она-то есть. Но мяч летит несколько по прямой. Второй тоже точно. Тем временем плюс 5 его. Губка. Пол, 9 номеру. Илясову. Замену свистните, пожалуйста. Я уже 3 раза. Замена у МБУ, вышел Охотников вместо Попхадзе. Помогай Паш Лесик уводить. Ну что его вдвоем схватили? Заново владеет 24. Отлично. Савлёв. Савлёв.
Савлёв сам проходит, скидка на Колю. Коля, точно, Савлёв, прекрасно. В стиле разыгрывающих. Не буду называть их фамилии, дабы никому не польстить и никого не обидеть. Ну, отличный пас, как говорят, половину очков в этом случае относит к последующим. Аргуф, долго думая, ответил. Замена у Мэрбиум, обратная вышла Меликян вместо Киселева. 32-27, плюс 5, тут замена вместо Бондарева вышел Шугаев. Перебежать сюда, перегрузку сделать слева. Пробежка, конечно, 4 шага. Там даже не знаю. 5 Савулев затяжной, тоже 4 шага. Получил блокшот. На подборе 13 номер. Пургин на нем спалил. Илясов. Я думал, атака уже захлебнулась. Тут на подборе взялся Ургин. Какая-нибудь интересная траектория. Вот это действительно интересно. Техника броска штрафного. От подбородка даже не от груди. Тем не менее, точен второй. Первый был мимо. Шугаев просит 2. Ну, перегрузка тут ничего сверхъестественного. Зачем эти комбинации, зачем эти перегрузки, если можно с 9 метров 3 забить. Коля с полом занес. Фантастический момент. Вот это уровень. С полом сверху забивает Коля Колчев. Николай Колчев. Замена у Ргубка вместо 12-го. Лясова вышел 10-й, Тепцов Николай, видимо, первый раз в этом матче. Коля отлично сыграл. 3 очка принес своей команде. Перехват, Меликян выбивает мяч. Мне кажется, Меликяну следовало отдавать его раньше. Савлёв получает высокий заслон, Коля проваливается. Скидка, Охотников 3 очка мимо, было видно. На подборе кто? Пургин? Нет, на подборе Лясов. Круг, Цыганов. Прыжок с мячом не дают за такое, успел. С разворотом очень высоко, там на подборе много людей. Савлёв отличный пас, вот это он мастер делать. Пасы не глядя, вот кто-то успел руку, как говорят, всунуть. Меликян с навеса по футбольному. Теперь тут убегают 4 двоих. Подставить с полного падения, конечно, 100%. Было видно. 100% с полного падения. Опять прессинг этот. Неужели Савлёв не может сам справиться с двумя? Меликян будет один выводить. Да, конечно, 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 фол 10 номеру. Цову. Бьются или нет? Да, бьются, пробиваются штрафные уже. А играть-то еще 5 минут 11 секунд, очень много. По штрафных бьет Меликян. Мимо. Было видно. Очень небрежно бросил. Небрежно подготовился. Тоже мимо. Нет, точно. Шугаев. Давно не выходил Бондарев. Перевод. Долго Глаголев. Нет. 4 шага. Фол. Очень
такое интересное решение. Во-первых, мне показалось, что Меликян успел доработать. Во-вторых, после фола еще шага 3 сделал игрок Гуфка. Это у нас Тепцов Коля.